Но гран-при этого зеленого спектакля, на мой взгляд, взял Петя Маркин, Кораблев, который не делал ничего. Он не хохмил, он не переодевался, он не менял мизансцен. Он просто, глядя на этого несчастного, бедного, немого мальчика, спел другое четверостишее Александра Сергеевича. Выпьем, добрая подружка, с моей Татьяной. Мы, как я уже говорил, этого не слышали, нам потом рассказали. Но артисты оркестра, они это слышали. И скрипки, просто глиссандируя по гриппе, сползали. Маленькие радости. Я еле держался, потому что маленький мальчик, который сидел напротив меня, у него не было микрофона. Он глядит преданно мне в глаза. Прямо во время моего пения спросил: дядя, что ты боишься? Итак, следующий номер «Лошиный рынок». «Лошиный рынок», любимый всеми. Как вы помните, на сцену в начале номера выезжал трамвай в натуральную величину. Ну, как вы поняли, у нас в мюзикле многое было в натуральную величину и по-взрослому. Да. И вслед за трамваем выбегала стайка маленьких беспризорников. И примечательно, что в первых рядах московских и русских беспризорников либо отплясывали Виталий Розенвассер и Глеб Бабов. А сегодня партию самого звонкоголосого и самого мелкого беспризорника исполнит Лидия Чебоксарова, Советский Союз! Мечта, я стал миллионером, владею я несметным количеством нулей. Стали ты ведь приличные манеры, иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай. Кого бы осчастливить миллионом, купить коробку спичек, возьмите взад ваш купорос. Ай-яй, купи-продай. И все свадьба. Да я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер, мы все миллионеры. Пока товарищ милиционер нас не погонит той по скверу. Нет рубашки, на кой мне кружева? А может, нам на бублик денег хватит? Ну это как покатит. Тут может хватит и на два. Ай-яй, купи-продай. Здравствует страна миллионеров, где временные беды переживаем мы. Yeah.